В этот день, 18 мая 1301 года, новгородское войско под командованием великого князя Андрея Александровича, сына святого благоверного князя Александра Невского, взяло шведскую крепость Ланскрона. 18 мая 1703 года небольшая лодочная флотилия под руководством государя Петра I захватила в устье Невы два шведских корабля. 18 мая 1704 года считается датой основания Кронштадта, главной морской крепости и базы Балтийского флота. 18 мая 1724 года состоялась коронация русской императрицы Екатерины I, урожденной Марты Самуиловны Скавронской. 18 мая 1595 года в селении Тявзино был заключен вечный мир России и Швеции. Он оканчивал крайне разорительную и кровавую войну 1590-1595 годов. Дым наполнял церковь, охватывая осажденных и осаждающих. Враги с шумом вломились в церковь, где окруженный инками в черных монашеских одеяниях старец Гурий стоял на коленях и молил злодеев пощадить беззащитную братью, высоко подняв перед врагами золоченый крест, который был тотчас же вырван из его рук предводителем шайки, и обезглавленное тело старца залило кровью церковный помост. Затем началась резня беззащитных инков. Это только одна сцена ожесточенной войны со Швецией в 1590 году. Кстати, разыгралась она в самую ночь в Рождество. Именно тогда был дотла сожжен самый северный из мировых монастырей – Свято-Троицкий Трифонов Печенский монастырь, он же самый первый на Кольском полуострове. Монахи и подумать не могли, что их атакуют в самый святой для христиан праздник. Враг был у Соловецкой обители, но та ему не далась. Видимо, у шведского короля Юхана III был план полностью вывести всех русских из этого громадного края. Почти каждая атака православных селений заканчивалась резней и массовым полоном. Русские карелы начали отвечать тем же. И так несколько лет в крови купался весь север. Эта война, теперь малоизвестна, не была делом одних России и Швеции. Старший сын Юхана Сигизмунд сел на трон Речи Посполитой, и шведский монарх всерьез рассчитывал на помощь своего первенца польскими хоругвями. А еще в далеком северном Стокгольме гостил посол из Крыма, некто Антоний Черкашинин. В 1591 году ему все-таки отсыпали золото, и крымский хан согласился действовать в союзе с королем. Россия претерпела нападение с двух сторон – с севера шведов и с юга, откуда крымчаки дошли до самой Москвы. Русский царь Федор Иоаннович, хоть и был болезнен, сам был во главе полков в походах на север. А Юхан III был настроен так непримиримо, что когда один из его вельмож подписал с русскими перемирие, он приказал его казнить. Это была не просто война за отдельные городки и волости. Битва шла за то, чтобы сделать Балтику внутренним шведским морем и оттеснить Москву от богатой европейской торговли. Но король Юхан умер, а его сын Сигизмунд, хоть и объединил два трона, шведский и польский, но отцовского желания воевать не имел. К исходу 1594 года две изнуренные стороны съехались на переговоры близ села Тявзино. Начинались они тяжело. С пустой перебранки шведы хвастались тем, что теперь вместе с ними заодно и поляки. Глава русской делегации князь Иван Туренин письменно отвечал: «Хотя корона польская и королевство шведское и в соединении будут, но нам не страшно. Да и писать вам про это с угрозами к нам не годится». Шведы не соглашались отдавать отвоеванную у них обратно крепость Кексгольм. Просили за нее баснословные 400 тысяч рублей. Шведы надеялись и полностью захватить в свои руки всю внешнюю торговлю русского царства. Русская делегация нашлась. Сотворил Бог человека самовластно и дал ему волю сухим и водяным путем, где не захочет ехать. Так вам против воли Божией стоять не годится. Начало не предвещало ничего хорошего, дело и правда продвигалось туго. Русские и шведские дипломаты рядились больше полугода. И все же от войны устали все, и 18 мая 1595 года мирный договор был подписан. Это был тот случай, когда итог устроил более-менее всех. Кексгольм или Карела вернулся в лоно России, и без всякой уплаты за то денег. Заодно к Москве ушли крепость Ивангород, Ям-Капори. И все же шведы наложили свою руку на русскую торговлю. Теперь купцы из других стран свободно могли вести дела с русскими только в нескольких шведских городах. Хотя мир и получил гордое имя Вечного, но обе стороны понимали, сколько временным может быть такой вечный мир.